Скрипит. У вас пистолет. Знаете, я пытаюсь вас ограбить. И вы намерены продолжать? Нет, не намерен. Полагаю, было бы вежливо предложить вам чашечку чая. Вы воруете? Да, подворовываю время от времени. Хотя у меня разногласия со старым боссом. Питер Лейк. Хочу видеть его мертвым, чтобы он таким и оставался. Что самое прекрасное вы украли? Мне начинает казаться, что самое прекрасное впереди. Вы невероятно красивы. Каковы ваши намерения в отношении Бейверли? Знаете ли вы о ее болезни? Она умирает. Если вы не любите меня, то никто никогда не полюбит. Я омрачал души и разрушал чудеса дольше, чем могу помнить. Твоя любовь такова, что делает мир теплее и светлее. Эта любовь может спасти мир, но ты никого не спасешь. Я в тебя врезалась. Ты в порядке? Я Эбби, а тебя как зовут? Я не знаю. Я ничего не помню. Я вам признателен за помощь. Ее звали Бейверли. Что происходит? Почему я еще жив? Быть может, у тебя есть предназначение? Ни ангела, ни демона. Почему он еще жив? Возможно ли любить кого-то настолько безгранично, что чувства просто не могут умереть? Вы опоздали? Знаете, Питер, предначертанного не избежать.